С 10 июля в Муравленко пациентам с ОРВИ начали бесплатно выдавать наборы медикаментов. На сегодняшний день лекарства получили более 300 человек. Всего сформировано 6 различных наборов в зависимости от возраста и течения болезни. Тему продолжит Алена Гафарова. 449 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за весь период распространения COVID-19 зафиксировано в городе. Чтобы ямальцы с симптомами ОРВИ начали лечение как можно раньше и не ходили лишний раз в аптеку, губернатором округа Дмитрием Артюховым в июне было принято решение об обеспечении граждан с выявленной респираторно-вирусной инфекцией бесплатным набором медикаментов. Мы понимаем, что на сегодняшний день очень большая часть заболевших респираторными вирусными инфекциями – это впоследствии подтверждается ковид-инфекцией. Поэтому чем раньше начать ее лечить, тем понятно, что меньше шансов, что инфекция перейдет в тяжелую степень и возникнут какие-то осложнения. Наборы лекарств сформированы в соответствии с рекомендациями Минздрава. Всего их 6 видов. Для детей до 7, до 18 лет и для взрослых. Основное отличие комплексов – это наличие антибиотика в наборе. У нас здесь представлены два набора. Первый набор, набор номер один, который включает в себя только противовирусные препараты. У нас здесь два противовирусных – грипферон и орбидол. Во втором наборе тот же самый практически перечень, плюс еще и антибиотик широкого спектра действия – это азитромицин. 500 миллиграмм, две упаковочки. Значит, здесь есть абсолютно все. В комплект медикаментов для взрослых с ОРВИ входят необходимые при заболевании препараты – жаропонижающее, противовирусное, средство от кашля для промывания носа, назальные капли, энтеросорбент, поливитамины, а также антибиотик широкого спектра и даже средства для восстановления микрофлоры. Наборы разные, выдаются они по назначению врача. После осмотра врач определяет, какой вид набора подлежит именно для лечения данного заболевания. Пациенты пишут расписку о том, что получили этот набор, и забирают. Сегодня муравленковцы получили уже более 300 бесплатных наборов. Из них почти 100 пациентов до 18 лет. Комплекты, в которые входят антибиотик, получили около 20% несовершеннолетних заболевших. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, новости Муравленко.